друзья, подписчики, всем привет! Вы ведь мне желали, чтобы я больше не падал на льду, да? Помните, какая была ситуация? Помните? Кто не смотрел, сейчас ставим видео это. Ну что ж, и вот так бывает. Можно и грохнуться по первому льду. Лучше одевать шипы. Так, ну и вот что мне подогнал Дед Мороз. Сегодня снимаю обзорчик на такие сапоги. Сапоги у нас с шипами. Как на машине стоят шипы, которые въедаются в лед. Называется Nordman. Вот их главное отличие. Не надо больше натягивать шипы на сапоги. Они всегда будут при них. Плюс такая подошва, которую уже невозможно будет проткнуть травой, трестой, как было со старыми сапогами. Это мои старые торви. Вы видели сейчас только что видео, как я на них навернулся и просто уехал. Вот в чем у нас разница. Здесь нету никаких шипов. Да и в принципе уже тут за 5 лет стерся даже весь протектор. А здесь у нас шипы, как на машине. Так что вот, ребята, чем они отличаются по подошве. Сейчас мы разберем Nordman Quadro. Quadro, как Audi Quadro. Полный привод. Разберем на запчасти. Здесь у нас валенок с мехом. Половина, 50% натуральный мех. Это модель минус 50 градусов. А есть еще минус 70 градусов. Отличие в них только во вкладыше. Там, по-моему, 9-слойный какой-то материал вместо меха идет. А здесь 5-слойный материал. А так они одинаковые по сапогам. Что у нас тут есть еще? Есть стелька, если ее удастся достать. Кстати, такая жесткая стелька, хорошая. И там в сапоге находится такое сетчатое дно для того, чтобы отводить влагу от ноги. Ну что ж, будем надеяться, что я больше с этими сапогами не повторю, как со старыми. Не уеду с гудком парохода. Бьет. В конце концов, эти шипы должны держать. Ну что, на водоем, на испытание. Вперед. Так, пришли мы на лед, на испытание. Сапог. А тут рыба выпрыгивает на лед сама. Он стоит. Видимо, кислорода мало выходит. А лед уже сантиметра 20. Так, начнем расчистку. Испытание сапог. Они скользят вообще. Сейчас так носом ушел бы. Еще раз.
Это нереально. Надо хорошенько разогнаться. Посмотри, что получается. Это просто нереально на них наскользить. Они просто въедаются в лед. Это при том, что сейчас на улице идет дождь. Должно быть очень скользко. Блин, они их просто не сдвинут. Вообще. Сапоги работают. Такое впечатление, что машина буксует. Фу. Так что? Он нарисовал-то. Так что сапогам ставим большой лайк, наконец-то. Причем на пятке тоже ставишь шипы. Пятка невозможно сделать, чтобы уехала на льду. Просто супер. С пришедшим вас Новым годом, друзья, и с наступающим Рождеством. Ура! Thank you.